Здравствуйте, уважаемые телезрители! Предупреждаем об ухудшении геомагнитной обстановки на предстоящей неделе. Геомагнитный фон составит до 5-7 баллов. Всем жителям, не только метеозависимым, необходимо обратить свое внимание на самочувствие. У автомобилистов возможно многократное замедление реакции, снижена внимательность и проявляется неоправданная агрессивность. На предстоящей неделе ожидается похолодание. Дневные температуры составят минус 9, минус 14, ночные минус 17, минус 20. В понедельник днем минус 9, минус 12, ночью минус 16, минус 20 градусов, ветер, снег. За минувшую неделю в жилом секторе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей произошло 76 пожаров, в которых 6 человек погибло и еще 40 спасено. Напоминаем о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. Не допускайте перекала печей, не перегружайте электропроводку, не оставляйте детей одних без присмотра. Напоминаем, при первых признаках пожара звоните по телефону 101 или 112. В преддверии Нового года напоминаем правила безопасности при установке и украшении праздничной елки. Не украшайте елку бумажными игрушками и свечами. Гирлянда должна быть только заводского производства. При покупке искусственной елки проверяйте наличие сертификата о пожарной безопасности изделия. Еще раз напоминаем, приобретайте петарды и фейерверки только в местах установленной торговли. Требуйте сертификаты. Проверяйте срок годности товара, а также упаковку. Она должна быть целой. Предупреждаем, будьте осторожны во время запуска праздничных фейерверков. Если запускаете их самостоятельно, не направляйте в сторону елки, людей, балконов, зданий. Ни в коем случае не подбирайте сразу не сработавшую пиротехнику. Не допускайте к пиротехнике детей. В Красноярском крае открылись 7 ледовых переправ. В Боготольском районе 2, в Бирюлевском 2, Большоулуйском 1, Таймырский 1 и Венкийский муниципальный район 1 переправа. Все они соответствуют предъявленным требованиям. На всех переправах имеются спасательные посты. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю напоминают правила безопасности во время движения по льду. При выезде на ледовую переправу соблюдайте требования информационных знаков. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км в час. Перед выездом на лед отстегните ремни безопасности, снимите с блокировки двери автомобиля. Не переезжайте переправу при плохой видимости, во время тумана или пурги. Это опасно. Уважаемые телезрители, смотрите прогноз чрезвычайных ситуаций на канале ТВК на следующей неделе. До свидания.